Привет, друзья! Вы на канале Живая Планета. И что, сегодня у нас продолжение видео про мурашей. Месяц спустя. Уже месяц прошел с того момента, как мы сняли ролик о них. И, в общем-то, смотрите, сколько здесь уже появилось новых муравьев. А, кстати, да, ребят, всем привет. И сегодня небольшое будет объявление в этом ролике. В общем, ребят, давайте наберем с вами 5 лайков. И мы снимем вторую часть экстрим гонок на велике. Со штативом, с маленьким. Тем самым, на который мы снимали уже кучу роликов. Ну что ж, смотрите, первое, что поменялось, это то, что здесь появились новые муравьи. Потому что, помните, вон те маленькие белые личиночки? Это вот уже, вот они, эти личиночки. Они уже развились. Да. Вот, матка все сидит без дела. Пока что. Да, пока что. Запасы у них уменьшаются очень медленно. Я, кстати, даже вообще не могу разгадать, почему. Мне кажется, они больше всего любят большие семена. Они их разгрызают на несколько половинок. Да. Им хватает одного семечка примерно там на сколько-то дней. Да, а вот маленькие семена. Маленькие семена они вообще почему-то вообще практически не едят. Не знаю, почему. Да. Напишите в комментариях. Они даже несколько семечек на мусорку оттащили. Ага. Насколько они не любят этот маленький корм. Прям как я не люблю картошку. А я не люблю каши. Ты каши не любишь. Тут много муравьишек пользуются. Кстати, ребят, не забывайте присылать нам свои рисунки. И давайте как-нибудь, мы все-таки вы нам пришлете в комментариях рисунки, и мы их в конце какого-нибудь интересного видео вставим их. Присылайте их нам. Ссылочку на рисуночки, можно сказать. Да, можно ссылочку нарисовать. Мы вас тогда забьем, если что, в WhatsApp, а потом удалим. Да. Ну, вот так вот, в общем-то. Да, нам рисунки. Нам очень интересно посмотреть, как вы рисуете. Да. Ну, в общем-то, вот тут. Такие вот муравьи у нас развились. Тут у них опять игровая площадка, но она в очередной раз сломалась, как только я начал перетаскивать их обратно в дом. Она тут же сломалась, потому что она была сделана ненадежно. Я хочу сделать из дерева к ним небольшую горочку. Может, как-нибудь сделала, а может, не сделала. Короче, погнали дальше. Ой, ребята, смотрите на этого совсем маленького муравья. Угу. Какой мелкий по сравнению с обычным. Угу, наверное, только родился. Да? И вот еще один, похоже. Может, час назад. Да не час назад. Ну, не знаю, они появляются быстро. Да, и вот такой вот выпуск, короткий, но очень интересный. Кстати, этот муравей совсем одичал и забрался в трубу. Да. Что-то он, по-моему, помирает. Да, он такой духленький. Не знаю, по-моему, он точно помирает. Да. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. И, ребят, не забывайте про рисуночки и про то, что мы вам обещали. Да. Пока!